Всем привет, с вами Полли. Вы правильно угадали, мы сегодня опять говорим о фотостоках. Если эта тема вам интересна, не забудьте подписаться на канал Полли. Сегодня вы узнаете, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных в мире фотостока в прошлом месяце. Возможно, что среди посетителей были и вы. Сегодня мы поговорим с вами о таких трех фотостоках, как Бигсток Фото, 123РФ и Getty. На Бигсток Фото в ноябре был спад посещаемости на 4,9%. Общее количество визитов 1 миллион 400 тысяч, процент отказов 61%, 2-3 страницы за визит, средняя продолжительность визита 2,5 минуты. По странам Россия 16,19%, США 15,5%, Турция 12,6%, Германия 6,3%, Индонезия около 6%. Сравним с посещаемостью в прошлом месяце. Россия 17,64%, США 16,93%, Турция 7,69%, Германия 7,1%, Индонезия 4,93%. Мы видим, что топ стран остался без изменений. Тем не менее, посещаемость упала на 4%. Будем наблюдать за Бигсток Фото в следующие месяцы. На 123РФ был большой спад посещаемости на 13,35%. Общее количество визитов 14 миллионов 700 тысяч, процент отказов 57%, около 3 страниц за визит, средняя продолжительность визита больше 2 минут. По странам США 13%, Франция 6%, Германия 5,36%, Мексика 5%, Индия 4,43%. Сравним с посещаемостью в прошлом месяце. США 13,61%, Мексика 6,21%, Франция 5,71%, Германия 4,79%, Индия 4,5%. Мы видим, что в топе стран поменялись местами Франция, Германия, Мексика. По-прежнему остались на первом месте США, на пятом Индия. Спад достаточно большой для фотостока, больше 13%. Тоже будем наблюдать за ними в ближайшие месяцы. На Getty тоже был спад посещаемости на 6,58%. Общее количество визитов 14 миллионов 200 тысяч, процент отказов 45%, 5-6 страниц за визит и средняя продолжительность визита 4,5 минуты. Для Getty обычно спад посещаемости не свойственный, и там достаточно хорошие, как правило, показатели посещаемости. Вот даже на Getty спад. Это о многом говорит. Я думаю, что это говорит о том, что сейчас фотостоки в целом переживают не лучшие времена. По странам. США 50,14%, Россия 5,5%, Турция 3%, Германия 2%, Индонезия 1,95%. Сравним с посещаемостью в прошлом месяце. США 51,29%, Россия 5,5%, Турция 3%, Германия 2,35%, Индонезия 1,9%. Мы видим, что топ стран не поменялся. В целом просто упала на 6,5% посещаемость. Наверное, сейчас это касается большинства фотостоков, я так думаю. Так что будем, конечно, наблюдать и за Getty, и за другими фотостоками в следующие месяцы. Ничего нам не остается, кроме как надеяться на рост посещаемости, на то, что покупатели будут активно приобретать наши с вами фото-видео, вектор, иллюстрации, все, что мы там продаем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сотрудничаете ли вы с этими фотостоками, что вы о них думаете и о своем доходе на этих фотостоках. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!